Я учуял здесь несколько людишек. Ага, кто это ты такой, а? Ага. Челы, что мы сегодня делаем? Ну что мы сегодня снимаем. Ух, господи, что это на мне такое? А, так я ж маньяк сегодня. Ну, вам пиздец, что сказать. Вы допрыгались, дамы и господа, ну вернее, два дебила, один старик, два старика, простите. Ты что встал стойко, слышишь, ты Брюс Ли? Давай, нет, давай раз на раз, я сейчас добавлю вообще. Сейчас я с тобой раз на раз успеем еще, братишка. Ну, да, заметно, стрелку ты меня забиваешь? Да, да. А ты что тут стоишь, давай. Ну все, хватит, я пошутил, блядь. Короче, все, сегодня не будет никаких камень-ножниц-бумаг, потому что рандом решает, и я, короче, решил сегодня быть маньячком. Да, потому что... Убить всех этих троих ублюдков. Да. Ну посмотрим. Особенно вот эту вот, самую хитрожопую. Ну посмотрим. А тут два старика, ну че их убей, они там не бегают нихера, тупые. Маски только долбоёбы. Да, 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 сука. И все, хватит надо у нас, мне обидно, хватит смеяться. Я пойду, ну, иди, я пойду свою дрочильню, все, отстань. Пиздой. Все. Давай. Так, ребят, давай. Ну посмотрим, суки, кто кого. В общем, сегодня мы, короче, будем... Я учуял здесь несколько людишек. Дядя Джейсон выходит на охоту. Да. Собственно, мне нужно сейчас их всех поймать, чтобы они не успели починить чертовы генераторы. Ох ты ж, а кто это у нас тут такой? Привет, сладкий. О, да. Это его зовут Невер, да? Черт, я знаю этого старика. Наверное, когда-то знал. А теперь... Привет, дружище. Черт. Он хочет от меня спрятаться, но мне ничего не выйдет. Куда ты делся? Ничего, старикашка. Я до тебя еще доберусь. Так, чутье показывает, что рядом кто-то есть. Наверное. О, господи, двери не открываются, но... Ну, это нормально, нормально. Так, опа. Что мне выпало? О, видеть в темноте. Спасибо, я... Я и так умею видеть в темноте. Так. Где же вы, мои сладкие? Где же вы? Отзовитесь. Я больно вам не сделаю. Я постараюсь сделать все быстренько и аккуратненько. Да, если что, это просто отыгрыш. Не думайте, что я там какой-то маньяк. Я совершенно спокойный, нормальный парень. Оба. Мне ничего не выпало, черт. Хм, ну ладно. Чердак я не буду проверять, потому что много времени занимает. Где мои сладкие поросяточки? Я думаю, они где-то в той стороне. Хотят надурить дядю... Ой, дядю Джейсона! Дядю Джейсона хотят надурить! О, смотрите, смотрите! Сладкая Вика. Ну что ж, иди сюда. Сейчас посмотрим. Какова твоя кровь на вкус? Сейчас посмотрим. Куда ж ты бежишь, а? От меня все равно не убежишь. Не бойся. Не убежишь ты от меня. От моего сладкого меча. От моего сладкого меча. Так, я вижу... Детектив! Детектив, идите сюда. Я думаю, вам не хватит доказательств. Потому что вы будете уже мертвы. О, да. Да, сладкий мой. Иди сюда. Думаешь, я, если я маньяк, я не могу так же быстро бегать, как ты, да? Ты ошибаешься. Очень ошибаешься. Очень. Что? Да, может, прыгать я не могу, но... У меня есть другие бафы. Черт. Старик починил генератор. Ага, а вот и ты! Ничего, старика будет проще простого убить, да? Невер. У тебя же осталась всего лишь последняя жизнь, да? Да?
Господи, какой же ты сладкий на вкус. Невр. Твою мать. Вымотал же ты меня. Старик, а носишься как... О, привет! Привет, сладкая. Оба. Привет, привет. А что это мы тут забыли, а? А что это мы тут забыли? Ночью, девушки, что тут гулять? А! Ага, в путинг попал. Ничего, я тебе даю фору, детектив. Детектив Моррис. Ничего, ничего. 4 генератора вам осталось починить. Времени еще навал. Я еще смогу погулять. Главное не попасть вам в паутинку, дорогие мои. Сладкие, сладкие друзья. Да. Ничего, ничего. Сейчас посмотрим, посмотрим. Посмотрим, кто тут охотник, а кто жертва. Узнаем. Кстати, насчет предложений, чуваки. Пишите свои предложения в комментарии, думаю. Думаю, лучше отберем и... И будет вам счастье. Так, у меня сейчас другая тактика. Ага, а кто это ты такой, а? А кто это у нас такой, а? Сладкий детектив. У вас уже есть, да, на меня компромат? Думаю, нет, потому что дядя Джейсон, он неубиваемый, знаешь? Неубиваемый, иди сюда. Давай поиграем с нашим маленьким детективчиком. Ну куда ты убегаешь, а? Куда ты убегаешь, а? Скажи мне. Думаешь, я медленнее? Думаешь, ты проворнее, быстрее? Да, оглядывайся побольше. Оглядывайся побольше. Не убежишь ты от меня, дядя Моррис. Я могу сделать вот так вот. Беги, беги, пташка. С тебя уже капает кровь. Кровь я люблю, но играть со своими жертвами я люблю. Еще быстрее, еще больше. Ведь зачем бы я тогда начал ставить здесь эти чертовы генераторы? Меня интересует сейчас... О, другая жертва. Другая. Звать ее Викос. Такая, знаете, сладкая. Была маньячкой в прошлом раунде, но... Сейчас она уже жертва. Черт. Что же я делаю? Что же я делаю с людьми, а? Кстати, если я выпью эту зельку, то... А ничего не будет, потому что у меня... У меня зелье. Фу, зелье, блядь. У меня шейдерит как хуйню несу. Ох, твою мать, смотрите, какое небо стало. Ничего, ничего. Сейчас мы встретимся, дорогие товарищи. О, Моррис пополнил ХП. Ну, это значит, дорогой, что... Значит, что я смогу тебя сейчас убить, сладкий мой. Мой сладкий, любимый детектив Моррис. Да. Знаете, я уже давно ничего не ел, поэтому... Думаю, человечина будет очень кстати. Я не каннибал, просто... Просто у меня свои вкусы на еду. Люди там готовят себе курочку, говядину. А в человечине просто очень много протеинов. Чистого белка, знаете ли. Нет, детишки, я не советую вам кушать человечину, потому что это... Это законно наказуемо, знаете ли. Но можно попрактиковаться, знаете ли. О, твою мать, ну где же вы все, дорогие мои сладкие друзья? Мне уже не терпится насадить вас на свое мачете. А ну вот, новое, смотрите, прям из фикс прайс взял, да, мачете. Продается там, говорю. Зелье скорости сейчас не буду юзать, думаю, потому что оставлю его на потом. Как мои дорогие друзья починят генератор, так, думаю, сразу. Сразу я и побегу к ним, да. Опа, смотрите, а кто это у нас такой, а? Давайте со спины подойдем. О,
Голубки. Ха-ха. Давай, иди сюда, иди сюда. Давай, давай. Да. Ой, разделился. Ну ничего, ничего. Знаете, девушку эту я оставлю на потом. Она, знаете, самая вкусненькая на потом. Селезёночка, почки. По отдельности. А! Попался! Попался, который кусался. Атя! Нехороший детектив, Моррис. Нехороший. Таких плохих мальчиков надо наказывать. Потому что от них всегда неприятности. Кто любит проблемы с законом? Никто. Так вот, можете меня поблагодарить. Избавлю вас от очередного детектива. Никому не нужного детектива, Моррис. Да. Господи, вы там... У вас уши не завяли, слушайте, все мои бредни. Чуваки, поставьте лайк, если вам нравится подобный формат. Если я борат. Там, комментарий напишите. Колокольчик, главное, тыкните, а то уведомления не будете получать. А, знаете, было бы неплохо засаду устроить, а то я тут бегаю, бегаю. Бегаю, бегаю. Это мне вообще не нравится, знаете. Ну, не по-маньячески это. Оба. О, смотрите. О, привет, сладкая. Попробуй назад обернуться. Ты увидишь сладкого. Привет, привет, привет. Оба. Ну что, у вас по одному хп теперь у всех, да, дорогие друзья? Ничего, ничего. Может, ты еще застрянешь паутинки, сладкая? Я с тобой поиграю напоследок, а? Как думаешь, понравится тебе такое, нет? Ну, куда ты убегаешь? Я просто хочу с тобой поговорить. Окей. Давай, спрячем. Черт, куда она убежала? Твою мать. Куда ты скрылась, чертовка? А вот куда? А! Понятно, понятно. Море, значит, да? Ничего. Я теперь для них невидимый. Невидимый я для них, да? Куда ты убежал, детективчик? Сладкий детектив. Куда делся? Засаду хотел устроить. А, вот теперь потерял их, твою мать. Ну ничего, мои сладкие. У них по одному хп у всех. Девчонку, я думаю, напоследок оставлю. Она, знаете, более такая вкусная. И... Черт. Ее кровь удовлетворит все мои... все мои маньяческие прихоти. Да. Твою мать. С этим маньяком я реально маньяком стану. Что-то я заигрался немного, знаете ли, челы. Но... Блин. Хочется, хочется мне убивать их. Хочется. Подождем в засаде. Я найду сейчас какой-нибудь генератор. Пускай мои сладкие чинят. Подбегут. А я с них скальп сниму. Ага, вот. Вот сюда встану. И буду. Буду сидеть здесь. Ага. Вот, собственно, генератор. Поиграем немножечко в крысу. Я думаю, эти два... Детектив, полиция, думаю, не сможет обеспечить безопасность гражданам. Смотрите, какая хорошая полиция. Как добросовестно она работает. Не может даже от маньяка. От маньяка не может. Ага, приветик. А кто это такой? Офицер, стойте! Офицер! О, твою мать, кажется, кто-то сейчас поплатится за все те преступления, когда тебе заплатили просто. Понимаешь, тебе заплатили, и ты просто прикрыл дельце. Кто так делает, а? Объясни мне. Ты можешь мне объяснить? Ты можешь остановиться и объяснить? О, твою мать, а кто это у нас попался? О, да, девчонка. Девчонка. Осталась девчонка. Ну что, сладкая? Приветик. Ну что, далеко побежишь, а? Далеко? Далеко? Ты куда попал? Далеко от меня убежишь, а? Может, ты подойдешь, поговоришь с дядей-маньяком?
Знаешь, я давно с людьми не разговаривал. Вижу, что ты неплохая такая. Знаешь, я... Наверное, если ты мне понравишься, я могу даже... дать тебе сбежать, но... Черт. Моему Мачете ты не нравишься. И он хочет провести с тобой... провести с тобой... такую, знаешь, кровавую... интересную беседу. Да. Где же ты, девчонка? Я даже... Интересно, ничего можно? Нет, нет. Только Кирка. Только Киркой. Можно, в принципе, вот сюда залезть. Оба. О, черт. Голова подгнила. Надо ее это... Немножечко. Короче, это... Заменить. А вон, кто-то там есть, да? Нет. Ничего страшного, дорогие мои сладкие друзья. Окей, девчонка, где же ты можешь быть? Знаешь, хочется тебе вспороть кишки, но... вся твоя красота тогда спадет. А, черт. А дядя Вурхис не любит некрасивых. Он любит, там, не знаю, лишать жизни, но... знаешь ли, ему тоже нравится подобное. Блять. Так, нам сейчас осталось найти Вику и... дело в шоколаде. Блин, что-то я голодный, Думаю, будет все нормально. Так, главное, чинит, нет тут? Думаю, она где-то в районе здесь бегает, нет? Где-то за кустиками прячется. Ну, Вика. Думаю, у нее сейчас паника там. Потому что всех ее друзей убили, а остался только дядя-маньяк. И все, все, и все. Ох, привет, Вика, привет. А куда это ты бежишь, а? Я же с тобой только поговорить хочу. Куда это ты бежишь, а? Сладкая моя, сладкая. My sugar, my sweetheart. Куда ж ты бежишь? Куда? Ты понимаешь, что ты от меня не скроешься? Я тебя чую. Чую тебя, твой запах. Знаешь, твой запах похож на... на такую, знаешь... асфальт. Знаешь, асфальт после дождя такой. Такой сладкий вкус такой. Знаешь, я даже знаю, как называется моя маньяческая память, если меня не подведет. Наверное, Озон называется. Не Озон 671 Games. О, приветик. Приветик. А что это мы тут делаем, а? О, Вика, куда это ты бежишь? Куда это ты бежишь? Куда бежишь, я тебе говорю? Стой! На месте. Поговори со мной. Поговори со мной, пожалуйста. Ты меня вынуждаешь. Ты вынуждаешь меня на насилие, ты понимаешь? Куда ты бежишь, а? Ты доигралась. Все. Ты знаешь, все-таки... да. Не починишь ты эти два генератора, и все. Мне придется тебя убить, понимаешь? Убить. Ты нехорошая, непослушная, плохая девочка, которая забрела в мои охотничьи угодья, и... Все. На этом мы закончим, собственно, наверное, да? Ты можешь бежать куда угодно. Ты можешь кричать как угодно. Как громко. Я у тебя за спиной, ты от меня не скроешься никогда, поэтому... Я срежу тебя даже. Ты, Вика. Просто остановись, просто сдайся. Ты не сможешь, понимаешь? Ты не сможешь. Ты просто... Все. Приехала, сладкая, приехала. Может, еще в паутинку напоследок попадешь, а?
чтобы было интереснее, нет? Интереснее, чтобы было, нет? Нет? А то, знаешь ли... Не очень круто, мне не нравится за тобой бегать, мне... Я бы хотел с тобой посидеть, поговорить. А ты... Ты от меня убегаешь, что мне... Ох, как не нравится, ох, как не нравится. Плохая, плохая девочка. А это что такое? Ну-ка. Воу! Слушай, а мне нравится такое. Ага, тут еще генератор есть, офигеть. Опа, а я могу сюда залезть? Хо, да, могу. Ну. Что ж, круто. Так. Я ее упустил, я дал ей форум. Я думаю, девчонка не сможет выбраться отсюда. У нее просто нет таких навыков в ремонте, чтобы она смогла починить целых два... генератора. Все, Вика, прощай. Прощай. Ты добегалась. Ты добегалась. Загони себя в угол, Вика. Загони. Загони. Просто загони себя в угол. Просто сдайся. Ты сама прекрасно знаешь, что проиграла, поэтому... Поэтому такие дела. Что, не хочешь сдаваться, да? Не хочешь? Ты думаешь, я с тобой в игрушки тут играю, да? Мне просто нужно тебя убить, ты понимаешь? А я тебе тут фору даю. Это не по-маньячески, понятно? Я проявляю к тебе чистосердечное, не безразличие. Я даю тебе фору. Я... Блять, мне самому неинтересно играть с тобой. Я бы тебя прямо сейчас убил. А ты... Ты исчерпала мое доверие. И... Поэтому... Поэтому ты умрешь, прости. Черт, я промазал твою. Ничего, дай мне подобраться поближе. О, я прямо у тебя, знаешь, на хвосте. Стой, падла. Я у тебя на хвосте. На хвосте, на хвосте. Опа! Оу, да. Оу, да. Оу, да. Знаете, ваша кровь была... Я сказал, что мы себя вздернем, блядь. Ваша кровь была такой сладкой. Как ты меня сразу так обнаружил? Или ты сразу на место, где мы появляемся, это появился? Нет, ты просто, знаешь, я чую такой пердеж старческий. Сразу прибежал. Бля, ну ты, конечно, чуешь пердеж старческий. Ты его просто очень любишь, блядь. Когда тебе пердят, да? В нос, бля, прям, а? А ты, знаешь, ты... специально давал мне фору или же... Я с тобой играл, знаешь как? Я ты детектив Моррис. Я не люблю копов, и никто не любит поддельных полицейских, поэтому ты... А, да. Ты умер. Я думал, ты меня пощадишь, когда я попался в ловушку. Да. Целлофан. Целлофан. Да. Прости, да, просто ты при жизни ты был недобропорядочным полицейским, поэтому... Ну, сука, да, я Джей, у меня, блядь, зубов нет. Сука, ну что, мои сладкие... Что ж, если вам понравится, знаете, напишите там круто, предлагайте идейки. Думаю, с линейкой Джейсоном закончено, поэтому будет следующий уже какой-нибудь другой маньяк, да? Ну что ты? Не, погоди. А может быть еще Моррис пусть этот побудет? А, последний так раз. Мы именно... Моррис-то уже был. С Джейсоном, типа... Да, с Джейсоном типа завязали. И... Давайте уже другой какой-нибудь маньяк. А, чуваки, у кого есть крутые идеи, предлагайте в комментарии. Вот, чуваки, собственно, посмотреть можно видос у всех на канале, у меня на канале, на канале у Вики и на канале Моллиса. У всех. На канале. Всем поставьте лайки, всем прокомментируйте. Короче, они даже не починили генераторы, мне пришлось их всех убить. Блядь, слышь, мы как не починили? Нам осталось два. Просто. Слушай, погоди, этот, а ты ломал сундуки, да, получается? Я не ломал. Смотри, я тоже могу дроп с ним подбирать. Я не ломал. А, ты, значит, дроп с ним. Я дроп собираю, все собирают. А я за тобой следил, за твоими глазами. Ну вот я смотрю сундук, ты что-то оп, правая кнопка. И он, типа, исчез, там появилась какая-то хрень невидимая. Да, да. Это можно прятать. Хрен знает, короче. Ладно, ребят, в общем, было круто, ну вот, офигенно, побегали сейчас. Да, чуваки, предлагайте свои идеи в комментарии, пишите там, ставьте лайки всем. Колокольчик, главное, нажмите у всех на канале, у Морриса, у Вики, чтобы не пропустить ничего, чуваки. Так что... Да. О, конечно. Да.
Всех целуем в пупок. Всех целуем в пупок и всем пока. Давайте. Все, давайте, всем поки. Научпоки.